За время путешествия авторы фильма проехали на север острова, посетили несколько десятков городов и сел, побывали на маяке, приняли участие в походе на внедорожниках, сплавились по реке, не раз ночевали в палатках на океанском побережье, снимали фильм любительской камерой, а в саундтрек фильма вставили композиции местных авторов. Все думают почему-то, что это документальный фильм. Это не совсем документальный фильм, это дорожная история. И она не о Сахалине, она просто снимается о Сахалине. Она больше о дружбе, о творческом поиске, о взаимодействии между людьми, о романтике океана и путешествий в принципе. То есть, в принципе, это такое общее кино, роуд-муви, можно так сказать. Картина стала первым проектом молодежного объединения «Hold My Hand», в которое входят представители города-курорта Анапы, Москвы, а также Лос-Анджелеса, США, Канады и Казахстана. Билеты на фильм распространяются бесплатно в магазинах Анапы. Показ «Сахалинская Одиссея» будет проходить до 8 сентября в Центре культуры «Родина».